Киокусинкай – одна из самых трудных и жестких разновидностей карате. Но несмотря на всю сложность данного вида спорта, его последователей ежегодно становится все больше. С 2006 года достаточно интенсивно развивается вид спорта. Вот. У нас очень много уже мастеров спорта по Московской области и по России, очень много. Мастеров спорта международного класса. Этот вид спорта считается как один из экстремальных видов спорта. Вот. Детей не останавливают весь экстрим, а наоборот все стремятся, и массовость, она всегда присутствует. В седьмой раз в универсальном спортивном комплексе Подмосковья состоялся чемпионат Московской области по киокусинкай, посвященный дню космонавтики. В нем приняли участие более 300 человек. За победой и опытом приехали спортсмены не только со всего региона, но и из Владимира, Москвы, Республики Мордовия и многих других. Я пока заняла 3-е место. Я приехала сюда, чтобы получить опыт и чтобы проверить свои знания. Хочу добиться высоких целей. Хочу стать мастером спорта. Я приехал побеждать. Соревнования состояли из двух дисциплин. Ката, последовательность движений и ударов, и кумите, схватки. И в той и другой технике участвовали как начинающие, так и уже состоявшиеся чемпионы. У меня тренировки каждый день, вот, по 2 часа. А я стала чемпионкой Беларуси, чемпионкой федерального округа, это город Орел, и призеркой международных соревнований. Самым ярким моментом для всех участников стала церемония награждения. Все победители и призеры соревнования в каждой возрастной категории получили свои заслуженные награды. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».